Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировчане реже просят налоговый вычет на покупку жилья. Кировские налоговики подвели предварительные итоги декларационной кампании по доходам за 2016 год. По данным на середину мая, кировчане подали 65 тысяч деклараций, на 8 тысяч меньше, чем на ту же дату прошлого года. Снижение произошло за счет деклараций, в которых заявлено право на вычет в связи с приобретением жилья. Таких поступило почти 34 тысячи, на 4% меньше, чем в 2016. При этом граждан, которые должны подать налоговую декларацию, поскольку они получили доход от продажи имущества, от сдачи в аренду и по другим условиям, стало больше на 8%. Программа «Экономика». Уровень закредитованности в регионе почти не меняется. Сейчас, по данным ОНФ, отношение средней кредитной задолженности к среднегодовому доходу в регионе составляет 23%. Средний долг домохозяйства – 150 тысяч рублей. За год уровень закредитованности снизился на 1%, но он остается выше среднероссийского, который сейчас составляет 20%. При этом размер долга в регионе вырос на 7 тысяч рублей. Среднегодовой доход домохозяйства оценивается в 640 тысяч. За год эксперты отметили рост на 50%. Размеры сбережений 200 тысяч рублей плюс 35 тысяч за год. Экономика на 101 FM. Названы самые высокооплачиваемые вакансии Кирова. Компания HeadHunter изучила предложения на кировском рынке труда. Самые большие зарплаты предлагают программистам от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Такой оклад ждет разработчика средств информационной безопасности. От 100 тысяч рублей готовы платить заместителю директора по экономике и финансам в авиастроительной компании, менеджеру по корпоративным продажам обувной фабрики или начальнику отдела контроля в фармкомпании. При этом средняя зарплата в Кирове порядка 25 500 рублей, согласно онлайн-обзору заработных плат «Банк данных заработных плат». В завершение о валютах. Доллар вырос на 62 копейки, стоит сегодня 58,58. Евро прибавил 46 копеек, курс на сегодня 65 рублей 32 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.